Отрезал ноги, голову, вот, и подрастал все здесь, травой засыпал, вот, и ушел. В течение которого часа вы все это сделали? Сколько времени вам понадобилось на убийство и на такое? Может, час, вот, может, чуть больше, может, чуть меньше. Вы совершали с ней половой акт? Нет. Не совершали? Сколько ножевых ранений вы нанесли ей? Я не помню, много. Много. Я сразу сказал, что... Понятно. Какой длины был нож? Сантиметров 30. У меня же все эти типа галлюцинации, что ли, самое, знаете, оно состояние после было ужасное. Ну, может, я это самое действительно там и разорвал на части, может, это самое еще что-нибудь. Но вот мне казалось постоянно, ну, что вроде как это самое. Вот, система живота, да, это самое, вроде как какая-то такая, ну, как живое существо, что ли, такое вот. И вроде как многопанцирное. Убийство Галы дочки было здесь. Вот. Я, да. Здесь я нанес удар, вот, ей чем? По шее. Вот, ну, этот, да, пруд. Не так, не колот, а именно удар вот, по шее. Да. Тогда самое по шее. Ну ты понял, вот. Что это девочка была. И вот так поворачивается, как закаменелая такая вот, самая поза. Вот. Меня это вообще это самое испугало. Я что, я думал, может, сейчас кинется что-то такое, вот. А ни хрена не пойму. Ну, уже пошло у меня, крыша съехала. Помню, забиваю что-то между ног ей, самое. Вроде бы показалось, должна херня какая-то вылезти, ей, самое. И чтоб не вылезла, и забиваю между ног. И вот она, вот, Лена эта появляется. И я смотрю, Лена, вот. И я ни хрена не пойму, сюда и сюда. И я штыком этим, это самое, в нее. И вылетаю... И вроде как она прозрачная. Ни хрена не пойму, она вроде как это самое. Через нее вижу. Вот, ну я его хват за шкирку на пол. Самое, ну тоже рукой, как смыканул. Лежать, козел, там это. Лена кричит, дай ему, это самое, туда-сюда. И все, меня как заклинило. И насколько я знаю, я его там бил. Вот, забил там, видать, его там миллион раз, наверное, проколол это самое. И утром она раз полезла ко мне. Вот, я уже начал ходить, может, часов 10, может, часов 8 было. Там не закрытое, темно. Вот, на меня. Ну, и получилось так, в трусы залезла, там, мяла-мяла, это самое, залезла, там, начала скакать на хуйца. Ну, в общем, кинул ей палку. Вот, я говорю, при муже ты живом? Говорю, через стенку, он через окно лежит. Я говорю, вот, и... Любовью занимаешься, да? Я говорю, нет, хрен с ним, это самое. Вот. Да я там крым-брым прошла их. Вот это вино вот в этой банке стоит. Да. Вот. Я готовил для себя. Да, вот здесь да. У меня это самое, там транквилизаторы, сонники, это самое, таблетки. Варил я, ну, для себя эту смесь постоянно. Еще что? Может, я ее порвал на части, черт его знает. Ну, что-то треск какой-то, то ли материал, то ли что-то рвал. Помню, была ямка, и туда кинул, и засыпал землей. Засыпал, да? Да. После каждого преступления все равно приходил, тянуло что-то на место, чтобы глянуть и убедить.
к этому икону, где вот зарыли дочку Галы. Ударил ее это чисто так, как, ну как и всех. Куда ударил? Оглушил, да, и все. В голову? Нет, где-то по плечу, но вот в этой части. Вот где-то вот в этой части. И она что, без сознания упала сразу же? Кажется, с левой стороны. Возможно, что-то еще, может, я ей там и башку оторвал, и ноги, руки. Мог там еще и забить кол или еще что-нибудь там куда угодно. И там попродырявить ее сюда. Все, что угодно с меня. Я просто не знаю, но себя я знаю, что в этом, что, конечно, я мог сделать до хрена чего. Я помню, вот здесь я бил. Вот здесь я помню, да, потому... Ну да. А куда? В какую сторону? Куда попало? В общем, проснулся где-то вот здесь на кладбище, как всегда, хрен его знает, мне постоянно. То здесь проснулся, то еще на каком-нибудь. Единственное убежище спокойное было, где меня там покойники все правильно понимали. Вот. Никто не ищет, не забирает. Чем-нибудь наносил удары? Ну, обязательно. Вот, чтоб так откручал. Много делов не было, ага. Ударил так лихо, раз, упала, схватил и убежал. Убежал. Все. Хотел, может, башку оторвать. Хотел это, вот, башку оторвать, что еще чуть-чуть. А и ты сразу потом вот. Что? А она ни хрена не отрывается, живой она оказалась, елки-палки. Ну, так, как мне кажется. Вершин я не достиг. Я просто зэк по кличке Ленин, который много постиг. Я до 2 апреля родился, ну и меня там кто муха, кто Ленин, это сам называют. Ну как подпольная пошла Ленин. Вот. Сердцем пишу я для себя и всех, и назидание, как перцем в стихах, я прожигаю на них. Из меня сделали животное, из меня сделали, как говорится, общество. Ну, вот, не сошлось, не поняло меня. Но. Это не меняет сама такое сильное общество. Это просто, может, я родился так, как за незаконно можно, я вниз пошла вся с самого рождения кулерком. Вот. Thank you.
своей судьбы, что бы вы изменили? Я бы ничего не изменял. Ничего бы не изменял с самого детства. По крупицам, по чуть-чуть убивали во мне человека. В самой школе. Я же вам сказал, сколько беспредела, сколько неправды на моих глазах было. Я пытался им правду говорить в глаза. Меня за это били и убивали. Если меня, пацаненка, директор, принародно бьет, там, допустим, палкой или там указкой там, по голове, вот, то почему мне из шведской лестницы не выдрать вот тоже палку? Мне тогда было лет 10 или 11, или сколько. Вот. Тоже по лысине ему как дать и убежать со школы. Мне голые девки не интересны здесь. Мне поскольку интересно Михаил Боярский, я его вспомнил, эта история. Вот. А голые девки почему не интересны? Да потому что это, как говорится, мясное дело. А в мясном отделе все прилавки мясные. Вот. Это уже идет речь о нравственности, о высокой нравственности. Я их не писал, мы все тюрьмы это вот резко фантазировали. Я думаю, вы теперь поняли. Вот. Вам даже могут и сокамерники, и многие в тюрьме подтвердить, что мы писали, вот, вооружились литературой, вот, поэтами там разными, и кто на что гораздо пойдет. И нафантазировали там целую тетрадь. Там в 117-й сидел Кришлев. Вот. Он здесь смертник, тоже сидел здесь. Вот. Вот, кстати, вот здесь вот 45-я камера, он там сидел. Может, и сейчас он там сидит. Вот. Ну, негодяй конченый. Вот это, Амирхан Кадырович, а вот это маньяк натуральный. Вот. И вот он... А чего ты взял? Потому что, если бы человек не был маньяком, он бы не грыз носы, там, не высасывал бы там... с грудей, с влагалища, ничего там, не убивал бы ни детей, ни маленьких там, не насиловал бы их там, ни взрослых, ни бабок тем более. Может быть, филантроп, вот, в большей части человека любивый. Любовь всю жизнь у меня убивает в человеке, понимаете, никак не убьют до сегодняшнего дня. Вот если бы у меня не было любви, я бы с вами не разговаривал, вот так бы улыбки не дарил. Уже деградируюсь в этой тюрьме, вот, при всем том, вот. Конечно, я и трус, я и боюсь многое, уже ничего не денется. Ну, понимаете, уже я и зубов, и дара речи, может, нормального человеческого лишился, и потому что только команды, как собака. Есть, так точно, никак нет, и вот так раком, боком ходить, вот. Да лучше бы, конечно, расстреляли. В этой колонии? С 2000 года. У вас сколько всего было ходок? Ну, если все вместе считать неволю, то с 73-го года получается уже, наверное, 30 лет. 30 лет? Всего, да. И последний раз я на свободе был 8 месяцев. И за два последних месяца было совершено... Ну, сейчас считается, что 22 преступления, из них 8 убийств. Остальные кражи, разбой. И попавший сюда человек в неволю один раз, он уже здесь. Ну, как болото, каждый знает, уже изъеденная тема. Это, да, вся Россия знает, что попавший раз уже будет сидеть. Это редко-редко кто не будет сидеть. В основном все будут сидеть, кто бы ни попал. Это болото такое, что потом втягивает. Это и месть, наверное, здесь какая-то. Может, общество, может, еще какое-то. Это, может, еще какие-то недостатки. Может быть, вот. Школы и семьи, или еще там какие-то. Ну, в общем, это как рассадник зла. При Советском Союзе был. Где человек выходит, он уже как вроде как мстит общество. Вот. Ну, я ведь вот живой пример. Вот. Отсидел последние еще 6 лет. В 94-м году я вышел. У меня это была просто вспышка. У меня не было преступлений. Я 5 месяцев с лишним нормально жил. У меня ни одного замечания не было. Все идеально было. Я из колонии освободился без единого замечания. С похвальными грамотами, с благодарностями. 8 человек. Да. Вот.
многих преступлений, по кражам, по грабежам, там, по разбоям. А попались на чем? Да попадаемся обычно на самом нелепом и на самом глупом. И на том, на чем нормальный человек не попадется. Понимаете? А потом сидим, начинаем локти кусать, какая там власть, какие начальники, какие эти. А виноваты то мы сами все, которые здесь сидим. Ведь просто так ничего в жизни не дается. За все надо платить. И как в любой нормальной стране, за все платится. Даже за бытовые условия, за квартиру, за газ, за свет. И за все в жизни надо платить. Понимаете, чтобы было все нормально. И платить за свободу надо нормальным поведением, и достойным поведением, понимаете, и жизнью, а не вот этой мерзостью, как мы, вот, как я. Мне сейчас скрывать нечего, лицам, вот. Вы признали все инкриминированные убийства, да? Я признаю все, и даже более, даже то, чего, может, они, я не знаю. Вот, я раскаиваюсь, и раскаивался я с самого начала. А я себя не считаю маньяком. Маньяк тот человек, это просто серийное убийство, но негодяй такой-сякой. Но я же никого не изнасиловал, ни у кого ничего не кусал, не съел, ни это, ничего такого не. Обычный, ну как и все здесь сидящие, здесь мерзости такие есть, которые намного хуже и страшнее преступления. Они в поле зрения телекамеры просто не попали. И вот здесь просто, ну, сидят. И мне, допустим, сказать, маньячила, там это. Вот, помимо того, что я терплю, помимо того, что мне и так неудобно, и нехорошо, и больно внутри, а еще и когда осужденные мне это говорят, которые страшнее, по 19, по 20, там и более преступлений страшных совершили, как будто я сказал, что та Чикатило, как будто, как цыпленок напротив меня, что ли, и они потом вывели такого гуся, вот. Образно говоря, вот. Раз у него за 2 месяца 8 трупов, столько преступлений, то он тогда переплюнул Чикатило и сама. И все, и начали раздувать. Я признаю все, что есть за мной, кроме некоторых деталей, я признаю, конечно, я виноват. И я никому не скажу никогда, что я не виноват. Крали самогонку с подвала, курей, там это, там шапки сбивали. Нажимаешь клавишу, кнопку, и вылетает стамеска там по принципу выкидного ножа с прямым вылетом, не сбоку. Вот такие были стамески. У меня убийство за 2 последних месяца. Я 8 месяцев был на воле. Из них 5 месяцев я собирал, вычислял всех этих людей, и потом пошло-поехало. И меня бы, да вообще надо было убить. Совершил преступления такие, уничтожьте и все, и дело с концом. Зачем вот эту вот армаду собирать, вот эти вот дармоедную такую силу? Я считаю, вот ненормальные, вы люди. Вы платите подоходные налоги, на вот эту армаду, которая сидит, дармоедов, которые вас убивали, насиловали, вам телесные повреждения какие-то причиняли, вам жить мешали. Зачем вы это делаете? Какая гуманность? Президент Ельцин, или с пьяну, или с дуру, или с чего, в общем, помиловал. Я уже 20 лет говорю, мои руки не в крови. Да, меня могли бы расстрелять, я был под высшей мерой наказания, сидел в камере для смертников. Нет, она живая, она живет в Талышском селении, в Азербайджане, у нее несколько детей. Здесь столько клеветы на меня излили, что ничем не подтверждается. Просто клевета голословная, ничем не подтвержденная. Человек, я не знаю, он, наверное, не имеет права себя не вешать, не убивать, ничего. Вот. Зло отразится на его родственниках. Замечательные мать и отец.
если Господь меня хранит все эти годы долго, да, если я уже 24-й год сижу, мне уже под 60, ну, значит, это судьба. Я здесь с самого начала, с 2000 года, как раз вот первооткрыватель этой тюрьмы. Вот, довольно-таки жестко было. Нас убивали, как скотов, это самое. Нас пришло 30 человек этапом, нас человек 5, наверное, сейчас осталось живых. Били нас всех дубинами, электрошокерами, подвешивали на наручниках. Люди не выдерживали. Птица в клетке уже, зверек в клетке, чего вы обдираете? Все, ну тогда убейте и все. Вот. Ну правильно или нет? Вот сейчас была с Подмосковья, с Мытищи, вот, Софья. И через интернет письмо там вот, прислала там большие там фотографии свои. Это. И до этого было там с Украины. Что? Вот. Чем вы там так вот их привлекаете, интересно? Они восхищаются какими-то там стихами, там, мной, как я там перед... Какая неординарная личность, какой я там это, там такой, только единственный может быть. А вы им отвечаете? Да сейчас вот на сегодняшний день я еще с тремя порвал. Приплели еще трех детей. Вот. Откуда они знали? Ну тогда на меня надо не 8, а 11 трупов повесить. Я хулиган где-то там. Разбойчик такой, ну, золотишко с кого-то там снять, сбить там, еще там что. Ну, не 3 копейки у бабушки там или у вас там что-то. Ну, конечно, у вас в ушах там и золота много было, ну, и вас бы не пожалели, и у вас бы взяли. Нас четверо сидит, нормальные люди все, как и все, убийцы. И вот представьте, картина такая, вот, на всю жизнь запомнил. Ночь, дверь темно, дверь открывается, я стою около печки, вот так он лежит, сейчас обожди себя поговорим, вот, всю правду скажем. И вот дверь открывается, Елена заходит, она смуглая такая, черная, топор этот блеснул, здоровый, лесорубный. Я говорю, так, Серега, а теперь поговорим. Вот. Были там, были. Вова посылал вас, посылал. Вы беду наделали. Вот. Вы, говорю, моего тестя, вот, тещу, не пожалели, и дитя моего. Вот. А вот теперь ты делала, говорю, видишь. Она ему рубит правую руку, потом она ему рубит левую руку, потом она рубит ему правую ногу, живьем. Потом она рубит левую ногу. Я говорю, Сереж, ну что, говорю, братан, как? Нормально?